Фотовспышки, показы и поздравления. Множество длинноногих красоток, фотографы, блогеры и стилисты. Именно так празднует свой юбилей модельное агентство Models. За последний год количество моделей и новых проектов заметно увеличилось. Это был очень знаменательный год. Для нас самый такой проект – это открытие Model School Kids. Мы запустили новый проект, теперь мы принимаем на обучение девочек от 7 лет. У нас очень много моделей путешествуют по миру. Есть девочки, которые в этом году поехали первый раз. Сегодня мы их всех наградим и отметим на нашем праздновании. Уже 20 лет Models готовят модели для работы на международном рынке, принимают участие в съемках лукбуков и показах российских и челябинских дизайнеров. В агентстве я нахожусь с сентября этого года. Я не так много где участвовала, но, наверное, самое запоминающее – это показы, потому что это всегда очень так довольно-таки интересный процесс. Вообще много таких событий – показы, съемки, а самое такое прям запоминающее – это было Long Fashion Week. Слетала вот за границу уже второй раз, полетала в Пекин была, в Чэнду была, ну это Китай. Вот это самые яркие впечатления, которые мне подарило мое агентство. Во-первых, я стала более уверенной в себе. Во-вторых, я стала лучше следить за собой, обращать внимание на то, как я разговариваю, выгляжу, уложены ли мои волосы по утрам. Это все привносит в твою жизнь достаточно много мелочей, которые ты начинаешь замечать после того, как становишься моделью. А те, кто выбирают путь модели, это постоянные тренировки, работа над собой. И ты должна всегда выглядеть хорошо, чтобы нравиться людям. За 20 лет своего существования агентство по-разному трансформировало свою деятельность. От организации конкурса «Мисс Челябинск» до работы с моделями разных возрастов и комплекций. Но всегда были модные показы и съемки для журналов. Кстати, в последние годы все больше заказов поступает именно от российских дизайнеров и рекламных агентств.